Итак, друзья, всем доброго дня. Итак, смотрите, вот такой вот есть короткий лендинг. Для того, чтобы его скопировать и пользоваться самим, вам необходимо будет зайти на свой сайт. На свой сайт Rocketon Academy. То есть мы заходим в раздел «Сервисы», затем мы с вами выбираем конструктор лендинга, нажимаем «Открыть». В данном случае вы не будете сейчас создавать сами, вы просто скопируете то, что есть, как скелет, к примеру, чтобы уже можно было им пользоваться. То есть нажимаете «Создать», придумайте себе название, например, Rocketon, нажимаете «Создать», и здесь есть кнопка «Копировать страницу». Здесь вы указываете как раз таки ссылку на лендинг, который уже готовый. Нажимаете ОК. У вас, соответственно, страница скопировалась. Вот она. Вы сразу автоматом перешли на нее. Что вам необходимо сделать сейчас? Вам нужно зайти и найти там, где написано регистрация. То есть поменять на свою реферальную ссылку. Вот здесь видите слово регистрация. Заходите в раздел «Содержимое». Вот здесь вот написано ссылка. Вот эту ссылку вам нужно поменять. То есть вы заходите в свой раздел кабинета, вот здесь либо моя ссылка, копируете ее, затем заходите и здесь вот ее вставляете. Нажимаете кнопку синюю «Сохранить и закрыть». Спускаетесь ниже, также находите содержимое, меняете свою реферальную ссылку, нажимаете «Сохранить». Далее здесь тоже есть ссылка, нажимаете «Содержимое». Здесь меняйте на свою реферальную. Если у вас есть там свой гостевой канал или чат, пожалуйста, здесь указывайте ссылку на свой чат. Соответственно, рекомендую вот эту ссылку оставить. Это там, где у нас приходит поздравление, чтобы человек мог подписаться и видеть. То есть, как только вы измените свою реферальную ссылку, нажимаете кнопку «Опубликовать», нажимаете «Ок», нажимаете «Предпросмотр». То есть, здесь вы можете посмотреть и проверить, правильно ли работают ваши ссылочки. Потом можете вернуться обратно, соответственно, где найти ваш сайт. То есть вы можете зайти в раздел «Мои сайты» уже. И вот здесь вот ссылка как раз у вас создана. Вот она ссылочка, вы на нее кликаете. Сверху можете скопировать в адресной строке и уже отправлять своим там друзьям, знакомым эту ссылку. Человек заходит, здесь вкратце ознакомливается с информацией, что такое Тонкоин. Заходит на официальный ресурс, смотрит короткую презентацию. Здесь разбор линейного бонуса. Здесь у нас дальше идет система умного уклона, объясняется. Стратегия. Затем хитрая стратегия, тоже здесь указана. И здесь есть инструкция по регистрации. Что скачать, как установить все ссылки, кликабельные. То есть человек, в принципе, если он знаком с криптовалютой, ему будет просто здесь пройти простую регистрацию. Вот, на этом, в принципе, все. Желаю вам удачи. Если будут вопросы, обращайтесь к своим наставникам.